группы «Радио Камергер», «Малтиверс» и виолончелистка Мария Шерер. Все эти месяцы на первом плане был, конечно, проект. По мере того, как я проходила в следующий этап, конечно, азарт и значимость всего возрастала. Это такой квест своеобразный для меня. Я приобрела огромный опыт. Мы набили руку переделать любую, по-моему, мы теперь любую песню можем переделать. Любой стиль. Мы исполняли песни, вроде как, казалось бы, что мы должны были выглядеть еще в самом начале. Внутри у нас желание, мечта делать ту музыку, которую мы делаем, которую мы любим. Мы никогда не сдадимся и будем идти вперед и добиваться своего. Каждая песня была для нас новым опытом. Делали какие-то вещи, которых от себя не ожидали. Мы очень рады, что в финале у нас будет возможность выступить на одной сцене с Дианой Арбениной и Владимиром Пресняковым. Это действительно большой опыт, общаться с такими музыкантами, можно очень много чего у них перенять. Это всегда ценно и это интересно. Моя бабушка курит трубку.